Всем привет, с вами Нильфгорн, это игра Террария, продолжаем развиваться, продолжаем играть. Я построил себе комнатки для жителей, они уже и пришли, три жителя пришло, торговец, медик и помощник, тот, который нам будет помогать разбираться в рецептах, то есть гид. Всего лишь им хватило, вот чтобы я поставил задние стенки, то есть, ну, просто свои стенки, так скажем, потому что... Сейчас найдем материал, где он. Потому что обычную землю они в стенах не воспринимают. Спасибо большое ребятам, что подсказали. И один написал, что можно менять типа сразу. Можно, но только с края. То есть, ну вот, вот так вот с середины нельзя менять, как видите. Можно только начинать вот с краешка. Так что имейте это в виду. То есть только вот так вот, таким вот образом можно. Так что, ну тут надо не забывать об этом. А то, я думаю, многие попытаются сразу здесь заменить заднюю стенку. Этого не получится, придется вести именно там, кирпич какой-нибудь, да, какую-нибудь стенку заднюю до конца. И тогда только сможете заменить. Я тоже это не сразу понял, но все же. Я себе скрафтил золотую кирку, как видите. И сегодня будет такая добывающая серия. Я еще себе у торговца приобрел осветительный приборчик на голову, то есть каску с фонариком. И сегодня я буду... именно копать, именно пытаться находить ресурсы, то есть такая серия рудокопа получится, потому что материалов нужно немало и хотелось бы их найти побольше. При этом при всем, вот я, допустим, уже вижу здесь вот наверху где-то вот пещерку видно там на карте, вот прям вот здесь вот где-то, поэтому погнали. Золотая кирка, конечно, намного лучше уже все это... Ой, намного это все лучше копает, поэтому в первую очередь я, найдя золото, сделал именно себе кирку. Потому что без нее, я думаю, ну, поначалу никак. А в дальнейшем уже посмотрим, что... Вот червячок уже, я смотрю. Да черт. Где-то вот так вот вроде бы копаться. Жалко, конечно, нет пока... приспособлений, которые бы находили сейчас пещеры или просто... Хотя бутылочку можно, конечно, выпить для того, чтобы найти руду. Но ладно, я уж не буду категорично к этому относиться. Но, в принципе, наверное, будет правильно-то так именно. Сейчас вот... Что-то я подумал, что может быть реально сделать... Сейчас давайте убьем червяка, а то он меня сейчас замучает просто. Ну, чуть-чуть вот, чуть-чуть не добил. Кстати, тут какой-то свинец, кусочек свинца, забавно. Вот чем Террария прикольно, то, что вы чуть-чуть нашли какую-нибудь пещерку, и все, там сразу такие, блин, огромные проходы находятся. Так, вот странно, в чем прикол. Я поставил кровать, но телепортируюсь на то же место, куда... Может быть, надо какой-то... Ой, может быть, нужно какой-нибудь, не знаю, ритуал совершить. Два зелья выпил случайно. Ну ладно. Ну вот вроде бы не юзается никак. Ладно, давайте посмотрим. У меня вроде бы... Вообще, зачем я сюда пришел, да? Вроде бы где-то были зелья для ночного видения, скорость передвижения. Вообще, зелья, наверное, нужно в одну сторону все класть. То есть... ауру света дает. Скорость урона от стрел. Ночное видение опять. Нет, похоже, нету нужного мне пока зелья. Но, к примеру, вот эти вот улучшают ночное зрение и ауру света. Вот это можно взять. Почему бы нет, да? Воспользоваться. При этом, при всем, как видите... Я здесь немножечко поработал гранатами, то есть бомбами, потому что, в принципе, все это я хотел бы раскопать. Все это я хотел бы вскрыть и, так сказать, освободить от земли, потому что здесь я буду строиться. Потихонечку, медленно, но буду строиться. Потому что многие даже задают такие типа вопросы, там, вот ты там такой дом построил, типа большой, ну, если вот в предыдущих прохождениях. Как ты это сделал? У меня типа не получается. Да
просто если недолго это делать, потихонечку, не торопясь, то вполне это все нормально получается. Вот здесь вот я вижу какую-то пещерку. Давайте слазим туда. Можно, кстати, вот так вот сразу выпить все бутылочки. И тут у нас так серьезно получается освещение прям такое, как днем. Забавно. Как видите, я и ниже слазил, но я лазил... О, сердце, шикарно просто. Но я лазил просто исключительно из... Ну, по пещерам, которые вот открыты. Все, они не очень глубокие оказались, поэтому... Да черт. Сердечко уже отлично, потому что это уже второе будет сердце, потому что 20 жизней я уже добавил себе. Ух ты, там сундучок, смотрите, какой-то сундучок под водой. Сразу давайте заюзаем. Тринезубец! Я же помню этот тризубец, черт. Давайте, во-первых, все заберем. Черт, и сам водный сундук тоже заберем. Оп-оп-оп-оп-оп. Черт. Нормально. 11 урона. А, вот единственный минус его, это то, что он вроде бы или отталкивает. Сейчас проверим это все. Скорость, среднее отбрасывание, то есть отбрасывание есть. Это хорошо. И урон такой странный, честно говоря. И метится им довольно-таки тяжело. Ну ладно, это все дело привычки на самом деле. Также у меня еще есть бумеранг, как вы заметили. Но бумеранг это тоже такая, знаете, подозрительная вещь, которая как-то так работает через раз. Ну не то, что работает через раз, им тоже неудобно пользоваться. Потому что он не постоянно как бы швыряет его, а швыряет на таком, с какой-то, ну как бы, вон, блин, еще пещеры огроменные. С такой задержкой неприятной. И вот эта вот задержка, она как раз таки и раздражает. Там что-то огромное море какое-то. Водный сундук, это тоже хорошо. Вот это что такое светится там? Это, по-моему, руда, да? Кровавая руда или как-то там... Как-то так или что-то в этом роде. Ну, давайте копать дальше, потому что это нужно делать. Добыча... Это неотъемлемая часть этой игры. Что, в принципе, очень даже интересно. Особенно классно, когда находятся какие-нибудь сундучки. Ну и вообще, это поначалу, конечно, прикольно, когда у вас... Ой. А, путаем. Я думал, кто это меня ударяет, это, оказывается, песок. Особенно поначалу, когда вы находите нужные вам предметы. Потому что очень много нету, так сказать, да. Очень много предметов, которые бы хотелось бы найти. И когда вы их находите, это прям реально круто. Приятные такие ощущения. Так, где-то вот-вот эта пещера открывается. Притом, по-моему, не маленькая такая. Да, ну... Так скажем... То есть, смотри, здесь еще и ловушка. Черт. Вот, с кнопочкой. Ну, кнопку не обязательно, конечно, забирать, но ладно. Так, здесь бы... Вскрыть бы, конечно, в идеале. И слить воду. Вскрыть землю, я имел в виду. Но ладно, я пока тоже этим не буду заниматься. Потому что тут и так очень много материалов всяческих. И вот все-таки, наверное, ниже надо, чтобы же золото побольше добывать. Спускаться. Потому что что-то как-то на этом уровне очень мало именно золота. Хотелось бы именно его добыть. Ой-ой-ой-ой-ой, монетка. Черт, застрял. Отлично, ладно. Воу-воу-воу-воу. Спокойно. Вот он, тризубец, он такой направлен на такого действия, и это немножко неудобно. Так, я смотрю здесь, во-первых, там наверху какие-то брюлики есть. Но, блин, как же без... Тяжело, конечно, без крюка. Надо вспомнить, на самом деле, какой крюк самый первый. И, может быть, уже и скрафтить. Почему бы нет, да? Попытаться, по крайней мере.
где-то вот так вот. Шахтер из меня, конечно, не ахти, но все-таки. Ну давай, давай, давай. Это у нас свинец. Черт. Как же тяжело поначалу лично для меня разобраться, какой материал лучше. Ну, явно золото лучше, ну, в данном случае. Кстати, да, я забыл, у меня же есть теперь. Я нашел для себя еще. Кстати, я же забыл показать. Вот у меня когти теперь и шипы для обуви, и когти альпиниста есть. То есть я могу цепляться, грубо говоря, вот так вот и висеть за стеночкой и, ну, как бы работать. Добывать материал. Нет, давайте на самом деле попытаемся куда-нибудь еще ниже спуститься. Здесь есть куда, во-первых. Это самое главное. Ну вот так вот я пещеры, конечно, не вижу, но... Ну давай. Куда-то вот, вот здесь вот есть пещера, поэтому можно здесь спуститься, в принципе. Хорош. Это, вот этого, кстати, не было. Вот этого не было у медуз. Я не помню, чтобы они как-то так вот жалили. Один золотой выпал. Черт. Че ж я не выложил-то денежки-то? Один золотой. Опять с кроватью что-то какой-то косяк на самом деле. Почему руду, в принципе, и нужно добывать? Потому что... ну, как правильно выразился один человек там в комментариях. То, что с таким набором я так буду долго... Ну, столько раз умру, что не дойду до моря даже. Так что потихонечку все-таки давайте складывать все. И так. Вот так теперь. Вот так вот сюда этот сундучок сложим пока что. Так. Не нравится мне трезубец. Он, конечно, хороший, но не настолько, чтобы вот он шикарен был, так скажем. Так, и где-то я бы хотел монетки положить. Пофиг, что их немного, но я бы хотел положить. Можно, конечно, купить уже у него свинью-копилку, но она стоит один золотой. У меня пока... Я вру, у меня вроде бы один золотой. Нет, у меня нет одного золотого. Он только что выпал. Ай. Все нормально. Оп. Надо чуть ниже спуститься, наверное. Тогда пещера откроется. Вот эти большие какие-нибудь пещеры. И я, наверное, сделал ошибку. Надо было не торопиться и сначала добыть себе... Скрафтить, точнее, какую-нибудь следующую броню или что-нибудь... Ну, какую-нибудь одежку, в общем, другого порядка. В принципе, свинец или сталь, или что там, или вольфрам, по-моему. Я уже добыл довольно-таки приличное количество. Но за одним золотым я схожу, ребят. Вначале один золотой, это просто, я не знаю, горы богатства. Да и, в принципе, можно продолжить также и вниз. А где, где, где? А, вот он, мой золотой. Мой золотой. Моя свинья-копилка, которую я сделаю уже в следующий раз. Ну, когда буду дома. Так. И я смотрю, пещера начала заполняться. Значит, это у нас не такая пещера, которую я думал. То есть она не огромная настолько, чтобы... Так, здесь у нас еще что-то есть. Интересно, вот теперь... Теперь такой момент, да? То, что я сейчас задыхаться... Вполне могу начать задыхаться, но надо быстренько... Спокойно, спокойно, спокойно. Все, кислород я... Кислород я вернул. Все, отлично. Давайте немножко мы там восстановим жизни. Да и вообще просто выпьем жизни, потому что я не... Так. И вот я, наверное, неправильно делаю. Надо как бы колодец, да, построить, чтобы вода туда не затекала. Плюс еще какие-то материалы наши. Черт возьми-то, сколько их тут. Это у нас опять вольфрам, да. Давайте его соберем. Да и годится. Поначалу, на самом деле, мне так кажется, все. Все нужно. Материалы. Песок. Камни. Особенно я собираюсь строить довольно-таки много. И поэтому... Блин, там вот эти медузы, я боюсь к ним спускаться.
Честное слово, они мне наваляют. Поэтому мы немножечко... А, они при том... Забавно, когда у них это... То есть эта аура работает, они не наносят... Точнее, им не наносится урон. Шикарно. Я тоже такую ауру хочу. Что-то тут как-то все резко осветилось, потому что я швырнул, похоже, пал. Отличный. Отличный просто тут затопленный такой грот, я бы даже сказал. Так, вот это вот забираем. Вот это тоже забираем. Поначалу все забираем. Ну как тут иначе-то? Потому что столько добра. Уйди, уйди. Не подходи. Ай-яй-яй. Так, продолжим. Меня немножко отвлекли. Так. Дальше. Я даже не знаю, куда тут дальше. Ну, хотя пещера будет меня вести вон. Отлично. Чуть-чуть прокопался и уже нашел, куда дальше. Единственное, чтобы кислорода хватало. И там вот я вижу мышь бегать. Вон мышь под водой бегает. Нормально все у нее. То есть у нее все, все хорошо, отлично она себя ощущает. Такая водолаз. Мышь-водолаз. Так, сердечко давайте съедим. И используется для зелья... А, элеварение. Я так понял, есть же зелья, а есть эли всяческие. И пиво там, и... Вообще алкоголь вроде бы. Поэтому, наверное, оно и подразделяется на этот уровень. То есть именно в этом бочоночке нужно будет его варить. Отлично. На халяву получил в самом начале. Хотя здесь, по-моему, их довольно-таки большое количество. Халявных вот этих всяческих бочков. Так что прям великой награды мне, так сказать, не дали. По-моему, я тону. Давайте немножко наполним легкие кислородом. И погнали дальше. Конечно, здесь уже, вон, смотри, летучие мыши. Но это большие пещеры, поэтому так. Здесь сразу начинает... Оп-оп-оп. Не подходи ко мне, не подходи. Вот ненавижу вот летучие мыши. Они вообще отвратительные в этом плане. Они вообще не умеют нормально драться. Они сразу наваливаются кучей. Так, ну все, вроде вот... Печальный такой момент, да, что... открыл! Вроде бы тут не видно дальнейших пещер, но... Мы это тоже можем все исправить, в принципе. Мы можем просто... Вот! Видели? Буквально 3 метра и следующая пещера, что очень даже и отлично. Но вот единственное, без золота. Зато здесь, я смотрю, есть у нас... Топаз. Конечно, топазы, они, ну, как бы, в принципе, и не нужны, потому что их не очень много нужно в самом начале. Как раз-таки, по-моему, первый крюк и делается из драгоценных камней. Золото! Я не зря копался так долго. Это же золото. Притом, смотрите, так что-то немало золота. Нет, его мало, конечно, в рамках, ну, в общих, да еще и выше, по-моему, золото тоже. Что-то я так на жилу прям нарвался. Ну-ка, вот здесь давайте пополним себе кислород и погнали дальше. Оп-оп-оп-оп, спокойно. Червяк какой-то настырный прям. Ну ладно. Жизнь у меня уже все-таки... Подушка чего-чего? Чего-чего-чего? Подушка... Передушка. Отлично. Можно раздражать окружающих. Я не знаю, это, наверное, элитный дроп этой сложности. Так, я, похоже, выпил что-то, что дает мне возможность ходить по воде. Отлично. Мне нравится. Я как просто сын одного из башков. И пошел он по воде. Так, ладно. Так, давайте вот здесь вот прям прокопаемся, чтобы ровненько было. И вода туда не заливалась, потому что там, я вижу, и растение светится какое-то. И вообще, вон ниже огромнейшие пещеры.
просто огромные вон. Ну, по крайней мере, они светятся там, и, возможно, я что-нибудь в них интересное найду. Давай, давай, давай. Мне надо выход на землю, где можно будет копать быстрее. Ах, черт, вот как-то неудачно. А. Опять обман. Везде обман на самом деле, потому что здесь светится что-то не то. А вот... Ребятки, сейчас... Ну-ка, ну-ка. А вот здесь вот... Вот здесь вот пещера тоже есть, и там вон какие-то коричневые штуки на них. Я вот... Черт его знает, что это такое. И это немножко раздражает, потому что незнание, оно... Неприятно. Так, давайте попробуем тогда вот. Да что ж такое. Лишнее вечно бросаю. Давайте где-нибудь здесь попытаемся прокопаться. Конечно, золотой киркой я не могу копать так прям мега-мега-мега-мега-мега-мега быстро. Ну ладно, 5 врагов в округе. Мне быстрее нужно шлюз откопать воздушный, потому что я сейчас могу. Я уже начинаю сдыхаться. Я уже начинаю сдыхаться. Нормально, нормально. Все. 60 жизней. Ху-ху. Давайте пополним полностью. Потому что 60 жизней это все-таки уже серьезный такой. Ну, то есть 160. 60, я имел в виду, идет в плюс. В плюс. Это очень хорошо, мне кажется. Для такого короткого промежутка времени игры уже 160, это шикарно. Знаете, зомби откуда приплыл. Так, но у меня есть... С такой скоростью. Вот, вот, чуете, да? Я понимаю, что под водой, конечно, все. Ну, жесть, конечно. Не скажу, что и магия вот настолько сильна, чтобы вот, ну, как сказать, она могла заменить другие какие-то аспекты. Потому что в данном случае получается так, что у вот аметистового посоха всего лишь 16 единиц урона, но при этом слабое отбрасывание, ну и там 14% к наносимому урону. Ну, как-то, знаете, ну могли бы-то и получше сделать, все-таки это магия. При этом, при всем, я не могу ими стрелять постоянно, потому что, собственно говоря, быстро кончится мана и все. Конечно, ману очень можно легко сделать, просто пару ночей подождать и набрать, так сказать. Так, по-моему, здесь пещера. Да, по-моему, тут пещера и не маленькая. Пару ночей подождать, набрать звезд и наделать себе количество маны большое такое, приличное будет. Но все-таки как-то могли бы посохи получше делать. Мое мнение. Опять паутина, но я не вижу, конечно, в проблеме паутины. Где-то здесь Василиск, по-моему, ходит. Это его звук. И вот, черт возьми, ну, опять свинец. Я уже так далеко спускаюсь, но... Черт. Я бы, конечно, получше бы сразу хотел бы что-нибудь. Тут аметист, по-моему, растет. Так. Золото. Я вижу золото, но тут... Огромен. Оп-оп-оп-оп-оп. Вообще аккуратно нужно. Потому что что-то тут творится не то. Ну, по крайней мере. Так. Вот так и поплыли наверх. Тем самым, как бы, я и доберусь как раз до золотишка. Сколько там воды-то сливается. Ну, хорош уже. Давайте как-нибудь вот так вот сделаем. Потому что... Ну, как еще тут? Иначе-то. Так. Там какой-то черный... Черный слизень. Ужас, не стеной, что ли, он какой... Это здоровенные пещеры, я прям даже теряюсь, куда в самом начале бежать. Так мало освещения получается. И ладно, хоть у меня есть небольшое облачко, которое дает возможность второго прыжка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то воды тут потоки просто какие-то сливаются откуда-то. А, смотрите, почему-то как-то так получилось, что там прям вон целые водоемы.
Нифига тут воды налилось. Не знаю, как вы, но воды что-то очень много. На мой взгляд, по крайней мере. Давайте освещение такое поставим. И, ну, чего, уйди, а? Летучая мышь. Я не знаю, как еще их убивать, кроме как вот. Потому что они же меня сейчас замучают здесь. Может быть, еще чем-то есть такое? Ой. Ну вот, вот бумеранг вот чем. Вот промахнулся и все. Если попадаешь, отлично. Если промахнулся, то, блин, черт, вот. Хотя вот, и нужно отрабатывать, да? Черт, чуть-чуть не достал. Есть. Ха, отлично. Так, и здесь у нас просто что-то огромные пещеры. Так, ну-ка карту включим. Что, в принципе, и хорошо. Так, еще ловушка. Давайте ее сразу грохнем. Заберем себе. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Тонуть я не хочу. Так, здесь у нас... Ох ты, ёшкин кот! Тут, оказывается, просто что-то... Слизень матка! Вот. Впечатляет. Сейчас, если не ошибаюсь, да, они превратятся... Давайте немножко пополним жизни. Ну, не жизни, хотя и жизни, потому что кислород — это жизнь. Ну, давай. Давай. Вот, есть. Так, теперь можно дальше. Ну-ка, все, что ли? Пещеры-то большие-большие, но, блин, и ресурсов здесь что-то совсем нисколечки нету. Ну ладно, на то это и Террария, который огроменный мир. Я не зря создал огромную карту, мне и нравится в этом. Я бы вообще с удовольствием поиграл бы в бескрайние какие-нибудь карты Террарии, что-нибудь такое, где там несколько миров, к примеру. Я не знаю, конечно, как это правильнее всего реализовать. Просто нужно подумать, и что-нибудь я обязательно придумаю, если, к примеру, что-то придавать, да? А так вот, даже затрудняюсь сказать, но было бы интересно. Можно было, к примеру, сделать какие-нибудь разные миры, типа там подземный, ад, да, там... То есть в данном случае я же спускаюсь под землю, хоть там и демоны летают, ну и в какой-то степени это и ад и есть, но... Там можно было бы какие-нибудь, не знаю, инопланетные... Земли сделать. Ну, вариантов очень много на самом деле. И я уверен, что рано или поздно это все будет реализовано в Террарии, потому что она будет развиваться, я уверен. Ну, как бы это сказать, в своей позиции она держит первенство, я так считаю. Все. Так, черт, я бы хотел зацепиться, а вот не получается. Тогда мы... Я все-таки драгоценные камушки-то хочу поднять. Тогда мы сделаем проще. К сожалению, вот кошки, которые у меня на руках и на ногах, то есть крюки вот эти, которыми я могу цепляться, они работают только, работают на ровной поверхности. И вот это вот небольшой минус. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тут просто не то, что их мало, их просто что-то, смотрите, и прям еще рвутся как... Прям прорыв... Еще летучим. Да сколько у вас там производства, что ли, где-то там наверху? Черт. Ну, а, ну просто понятно. Просто большая еще... Такое большое достаточно ответвление. Ух ты. Черт, а, ну... Только я залез. Давайте выпьем. Так. Ну, вот что ты скажешь? Даже сказать нечего, потому что чуть-чуть в бок отошел, все тут сразу опять огромные пространства такие открываются. Здесь, кстати, вполне можно сделать, ой-ой-ой, вот эта вот ловушка через, так сказать, через. Это что сейчас такое было? Вот это что там такое летает? Черепаха что ли какая-то, не пойму.
Офигеть, пещеры. Дай бог мне всяческих прыжков и тому подобное, потому что, блин, через 11 секунд только кончится. А, все подряд пью, на самом деле, зря я так, конечно, делаю. Потому что некоторые бутылки... Есть золотой сундучок. Золотой сундучок, это шикарно. Ну... Как-нибудь вот так вот давайте, как-нибудь... Черт. Давайте заберем. Сейчас, сейчас я... Да, не хочу, не хочу. А, да тут просто какой-то... Невероятно... О, ребятки, вот эта вещь. Вот эта вещь, это прям вообще шикарная вещь, я так скажу. Это мое мнение, конечно. Поначалу это просто незаменимая вещь для освещения. Все-таки там внизу что-то вообще творится, какой-то шабуш. Оп-оп-оп. Отвали. Отвали, мертвый шахтер. Умри, умри. Умри второй раз. Да что ж такое-то? Там еще сейчас матка эта поднимется, смотрите. Притом она... Черт, 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 черт. Шахтерская рубашка. По-моему, как раз-таки шахтерская рубашка. И я рубины, по-моему, под собой нашел. Шахтерская рубашка вроде бы на что-то влияет. Сейчас мы посмотрим. Ну, сдохни, ну, сдохни. Да, блин. А-а-а! Жизни есть, все. Оп-оп-оп. Вот один вот за спину зашел, сразу они меня... Просто разметали тут на куски. Освещение, освещение даем. Смотрите, рубинчики. Это просто шикарно на самом деле. Все, я сейчас категорически в следующей серии уже постараюсь сделать крюк. Потому что без крюка, конечно, это не дело. Так. Хорошо, конечно, хотя бы пистолет нашел здесь. Я бы хотел, конечно, что-нибудь получше. Но, как говорится, желания человеческие, они самые невыполнимые. Так, что у нас там наверху? Потому что в любом уголке может быть золото. А мне главное золото, золото. Жалко, я монеты переплавить не могу. Шахтерская рубашка плюс один к... К этому, к защите. Давайте так и походим. Такое круто довольно-таки выгляжу. Кольцо регенерации. Так. Ну, по крайней мере, по карте наверху золото не видно. Да и внизу его. И опять это. Господи, да что ж такое-то творится-то, а? И опять там какая-то эта матка ихняя. Чего? Это что такое? Гигантский, чего? Гигантский. Ай! Кто гигантский, кто гигантский разрушитель? Чё? Сейчас ракушка. Ракушечник. Гигантский ракушечник какой-то. Черт, блин. Честно говоря-то. Я такого не помню. Честно, я такого не помню. А, это вон оно чего. Вот теперь, да, это я уже убивал. Давайте вот, вот здесь вот будем держать оборону, потому что... Где еще ее держать, я не знаю, честно говоря. Да тут постоянно такие файтинги будут в каждой пещере, так что... Так что тут даже думать не нужно. Но сердечко я бы хотел отвоевать все-таки. Спокойно, 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 спокойно. Все спокойно. Главное, чтобы хватило кислорода. И жизни, жизни есть. Что я смогу завязать? Нормально, занял такую хорошую позицию, на мой взгляд. Единственное, что вот проблема с кислородом, но, думаю, и это решаемо. Это ползун, он вообще очень противный, на самом деле. Интересно, самое
Да куда ты, куда? И сбежал такой. Отлично, молодец. Шикарно устроился. Навалял, навалял и убежал. Блин, нету золота, ребят. Ну нету золота. Вот как-то вначале только нашел. Очень мало его. Но это все только из-за того, что... Ну давай, давай. Только из-за того, что... медленная скорость копания и... Есть. Ну ничего, к сожалению, с него не выпало. Ладно, давайте пополним себе жизни. Очень медленно копаю, очень мало территории приходится осматривать. Получается, точнее, осматривать. Ставьте лайки, если вам понравилось и вы хотите видеть следующую серию. Встретимся обязательно. Встретимся в следующей серии. Всем всего хорошего. Пока.